знаю почему, на фоне Золушки, что-то очень захотелось приготовить быстро, вкусно. Итак, готовлю хвосты креветок с чесноком, петрушкой, сливочное масло и небольшое количество оливкового масла. Вот сейчас вот что-нибудь замочу. Вот креветки почистили, порезали, налили достаточное количество оливкового масла, потому что это потом будет важная часть соуса. И креветки обсушили. Закладываем теперь всю эту историю в масло. Кстати, всех с пятницы, развратницей, кто что творит, кто что готовит, что интересного на выходных решили сделать. А? Значит, как всегда, креветки долго готовить не надо. После того, как они прижарились с одной стороны, перевернули вот такие закрутасы, выкрутасы. Лер, помоги мне, пожалуйста, будь другом, а? Сразу же вот сюда вот добавляем вот небольшое количество сливочного масла. Небольшой. Вот такое. Да, небольшой. Давай, подвигай. Мелко рубленый чеснок и, соответственно, мелко рубленая петрушка, соль, перец. И готовьте хлебасик, хлебасик, чтобы все это потом макать в это божественное масло. Вот что получается. Вуаля. Креветосики, хвостики в чесночном масле. Остается взять лаваш, чабату, французский багетик, обязательно отламывать. Съедать креветочку, пропитывать хлебасик и его себе, соответственно, в топочку. Всем шикарной пятницы, развратницы.